Профилактический осмотр у стоматолога – это не только правила гигиены и контроля состояния зубов и пломб. Также стоматологи, хирурги и терапевты всегда обращают внимание на новообразование в полости рта или на лице человека. Особенно важно это для пожилых людей. Люди старшего возраста должны более пристально обращать на себя внимание. Во-первых, это солнечная инсоляция, то есть то, что на лице. Все новообразования, они могут как-то меняться, могут цвет менять, размеры, неровность края в полости рта. Здесь тоже нужно обращать внимание, потому что новообразования могут развиваться из-за некачественного протезирования, из-за некачественной какой-то старой пломбы. Дело в том, что некачественный зубной протез или пломбы могут долгое время травмировать слизистую десен, щек, языка. Влияет на появление новообразований в полости рта и такая вредная привычка, как курение, говорят врачи. Обязательно смотреть качество состояния пломб, каких-то вот запломбированных зубы, состояние и качество обязательно зубных протезов, потому что все равно существуют какие-то определенные сроки для ношения зубных протезов, будь то съемное, несъемное протезирование. Кроме того, обязательно смотреть на состояние пародонта, как себя зубки ведут, подвижны, неподвижны, то есть какие-то карманы, есть ли еще что-то. От этого зависит состояние нашей слизистой и нашей полости рта. Врачи говорят, обязательно стоматолог должен посмотреть и состояние ткани пародонта, ткани окружающей зуб. Насколько подвижны зубы, каково в целом состояние слизистых полости рта. И чем старше человек, тем более важно серьезно относиться к профилактическим осмотрам у стоматолога. Опасность новообразования может вызвать и одиноко стоящий невылеченный зуб, уверены специалисты. А вообще нелеченный зуб, если он долго стоит, то это получается хроническая донтогенная инфекция. Влияет на весь организм, на соединительную ткань всего организма.